до рассвета. Мне электронные письма друзей не приносят ответа. Это такое, я не хочу просто принадлежать. Что мне делать с собою, я не знаю. Ну, кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу, и побегу. Хочешь, наверное, узнать, как мы дальше поступим. Не можешь больше ты не набирать, абонент недоступен. И опять до рассвета. Мне электронные письма друзей не приносят ответа.